никаких условий, в редакцию обратилась Мария. Молодая мама рассказывает, что на улице Беляевской на остановке аптека перейти дорогу с коляской очень проблематично. Оренбурженкам с детьми приходится преодолевать на своем пути высокие бордюры. Естественно, женщины вынуждены проявлять недюжинную силу и за считанные секунды, пока горит светофор, поднимать коляску с малышами. Можно ли что-то исправить, хочет знать Мария. В управлении строительства и дорожного хозяйства пояснили, что эта дорога строилась много лет назад. И в этом году ее реконструкция не планировалась. Чиновники пояснили, что оренбурженке с письменным заявлением нужно обратиться в администрацию. Только после этого специалисты выйдут на место для выяснения ситуации. Все планы, конечно, уже сверстаны, заверили в управлении. Но, тем не менее, обнадежили, что постараются найти выход и помочь молодым мамам. О проблеме якобы услышали впервые. Будьте бдительны, Владимир возмущен тем, что второй раз в своем почтовом ящике находит листовку от якобы городской службы по водоснабжению. Компания настойчиво советует воспользоваться ее услугами для поверки приборов учета. Оренбуржец рассказывает, что, получив такое извещение, изначально можно подумать, что это новая организация, которая относится к администрации города. На самом деле это частная компания, которая не совсем верно себя позиционирует и навязывает свои услуги, негодует Владимир. И обращается к оренбуржцам с призывом: внимательно читайте бумаги и помните, что поверку приборов учета может сделать специалист вашей обслуживающей организации. К слову, при этом вы получите гарантии от коммунальщиков, и стоить это будет дешевле, резюмирует Владимир. Мир не без добрых людей. Елена сегодня утром ехала на «Газели» 158-го маршрута. Рассказывает оренбурженка, которая сидела рядом с ней, вышла на одной из остановок и оставила на сиденье розовый зонтик. Елена передала находку водителю. Рассеянная леди теперь может забрать потерянное в диспетчерской маршрута. На этом у меня все. Не забывайте делиться и хорошими новостями. И не скупитесь на слова благодарности. Звоните. Телефон 78 39 64.